Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре станок серии ВСК. Это уже вторая итерация этого станка, то есть он обновлен по сравнению с предыдущей серией. Разработка данного станка была вызвана тем, что заказчик предъявил требования к станку, которые мы не смогли реализовать и предоставить ему из имеющегося ряда наших станков. Собственно, отсюда вытекают его особенности, технические характеристики и так далее. Собственно, что хотел заказчик в первую очередь и чем этот станок принципиально отличается от других моделей марки Cutter. Одним из основных требований заказчика являлась организация большого рабочего поля при небольших габаритных размерах, ну, насколько это возможно. Вызвано это пожелание в основном тем, что транспортировать габаритные станки бывает очень проблематично. То есть они выступают за габариты газели, скажем, да, или имеют ширину больше 2,5 метров, что вызывает определенные сложности. На данном станке так называемые укосины вывернуты, будем говорить, наизнанку, что позволяет организовать большое рабочее поле по оси X с сохранением минимальных габаритов. Конкретно в данном станке рабочее поле по X составляет 2000 мм, при габаритной величине 2070 мм. За одним нюансом, что данный размер не учитывает выступающий двигатель. Двигатель на время транспортировки демонтируется, убирается, он легко ставится туда. Второе пожелание заказчика было необходимость высоких скоростей перемещения на холостом ходу. С этой целью были применены винты с увеличенным шагом, а именно винты с 20-м шагом, что позволяет перемещать станок на скоростях до 15 тысяч миллиметров в минуту, что является довольно-таки хорошим показателем для такого рода станков. Однако при реализации данного пожелания мы столкнулись с такой проблемой, что при рабочем поле 2 метра 800 миллиметров винты на такой длине и при такой скорости вращения начинали, как бы, имели биение и не позволяли нам работать. Для чего был применен механизм удержания винтов, который прекрасно себя зарекомендовал, и, в общем-то, нам удалось его сделать с первого раза. Сейчас мы вам продемонстрируем работу винтов с удерживающими устройствами и без них. Поддерживающие упоры на данном станке реализованы следующим образом. То есть имеется пластиковый упор подпружиненный, который при переходе гайки ШВП в данном месте опрокидывает его и встает на место. Выглядит это примерно следующим образом. Необходимость применения данных упоров проще и нагляднее показать на примере. Сейчас у нас упоры стоят на месте, наблюдаем за винтом. Винт находится на своем месте. Давайте уберем упор. Я думаю, наглядно было видно, что винт ведет себя неподобающим образом. Таким образом, основными отличиями данного станка перед его конкурентными, да, или перед другими моделями станков является его высокая скорость на холостых оборотах, а также минимальные габариты с сохранением максимального рабочего поля, что весьма важно при перевозке и установке станка. Но на этом преимущества и достоинства данного станка не заканчиваются. Основным, что хотелось бы отметить, это изготовление портала, если можно так выразиться, портал имеет композитную структуру, то есть он имеет в своем составе две усиленные стальные пластины и внутри алюминиевый профиль, также увеличенного сечения, так называемый станочный алюминиевый профиль, вот, что позволяет данному станку показывать высокие жесткостные характеристики, да, а также вибрационные и массогабаритные. Фанеры, установленные на стол, ну, это также было по желанию заказчикам. В общем-то, здесь может быть организован как T-слот, так и оставлено свободное пространство для самостоятельной организации рабочего поля. Данный станок может быть изготовлен с величиной рабочего поля, ну, если мы берем по X, то, наверное, это максимальная величина, хотя ее можно увеличить, но не рекомендуется. А по длине это порядка 3,5 метров. Может быть организовано рабочее поле. Также в передней части станка имеется декоративная панель, которая может быть на производстве демонтирована и использоваться. Ниша под станком может быть использована для хранения каких-то материалов, той же фанеры, какой-то древесины, которая будет обрабатываться на станке. Может быть какие-то обрезки или, напротив, запас материала. Двигатели по оси Y выполнены и спрятаны за подлицо со станком, что не позволяет повредить двигатель во время транспортировки. Ну и во время работы выступающие части, конечно, приносят определенные неудобства. Ось Z у данного станка выполнена по так называемой перевернутой конструкции, когда рельсы находятся на подвижной оси Z, а каретки непосредственно на портале. Это позволяет повысить жесткость при большом вылете оси Z, когда она находится в крайнем нижнем положении. Высота по оси Z может быть выполнена также любой, но номинальная конструкция, да, то есть в базовой комплектации, она имеет высоту 150 мм рабочего хода. Естественно, необходимо учитывать, что и вылет фрезы занимает какое-то пространство, но в чистом варианте до 100 мм вы спокойно можете обрабатывать какие-то заготовки. На данный станок допускается установка шпинделей мощностью до 5 кВт. Главным образом станок рассчитан на обработку и раскрой древесины, фанеры, композитных материалов, пластиков и алюминия в щадящем режиме.